Всем привет, ребят, с вами Макс Трублократ, и сегодня мы будем проходить побег из особняка. Да, прям похож на него. Так, тянуть, ага. Мы разгадали этот хитрый план. Так, ладно, вы этого не видели. Ага, какой-то вот этот вот странный пугало, который спит. Блин, он проснулся. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран! Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Так, давай, давай, давай! Давай! Да, есть, все-таки успели убежать. Угу. Тебе не убежать? Ну, конечно, да, так я тебе и поверил. Опа, паркур, я дрим. Блин, не то включил. Отлично, прошли. Так, идем дальше. Какие-то молоты. Так, проходим. Ну, первый на изи, второй... Так, ладно, еще раз. Угу. Отлично, первый прошли, второй тоже. Блин, серия неудач такая. Ну, как серия? Одна неудача. Так, теперь проходим такой небольшой паркурчик. Угу. Да, ребят, если что, скорее всего, я вообще буду либо каждый день, либо через день сейчас выпускать ролики. Ну вот, примерно это все будет в течение недели. Вот этой вот. Так, проходим какие-то вентиляторы. Угу. Так, сейчас посмотрим, кто там самый крутой. Так, 21 задание. То есть максимально больше 21 задания. Так, я же вроде там на 8. Так, катимся. Угу. О, я по воздуху почему-то отскочил. Ну ладно. Так, проходим эти капканы какие-то. Так, не, ну, кстати, ребята, вы мне пишите в комментариях, что мне снимать, потому что, ну, типа, я снимаю побеги, потому что они набирают много просмотров. Ну, то есть, типа, может, вы мне там что-нибудь посоветуете, да? Так, прыгаем, прыгаем, угу, и бежим. Так, не, ну, такие испытания я вообще на изи прохожу. Так, вы этого не видели, опять же, это все в вашей голове. Так, бежим. Бежим. Так. Чуть-чуть осталось, прям совсем чуть-чуть. Так. И последний буквально прыжок. Да, блин, камера сбилась. Чего? Так, ладно. Это очень надолго. 3 hours later. Давай, давай, последний прыжок. Да, есть, отлично. Угу, последние два прыжка мы сделали. Так, спамнимся. Господи, какие у него стрёмные внутренности. Да. Так. Значит, прыгаем. Угу. Так, еще раз. Угу. Блин, сейчас будем считать. Нам надо прыгнуть, когда 40 мешков с цементом будут разделены на 4. То есть, вот сейчас. Угу. Так, и второй прыжок. Есть, отлично, готово. Так, теперь проходим дальше. Угу. Так, идем... Ой, вы этого не видели. Так, значит, берем один вот этот ящик, ставим. Так, да блин, почему я запрыгнуть-то не могу? А, надо было все ящики, а я думал, надо было один ставить. Ладно, сейчас исправим. Так, отлично, поставили. Так, запрыгиваем, прыгаем, прыгаем. Так, еще раз. Угу. Запрыгиваем, прыгаем, 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 прыгаем. Так, последний прыжок. Угу, отлично, прошли. Теперь проходим по какому-то, типа, туннелю. Так, идем дальше. Скатываемся на какой-то тарзанке, а потом у нас идет такая серия неудач. Так, давай, блин. Так, yes, отлично, прошли. Ну, знаете, ребят, тут я очень сильно прям запарился, ну, то есть тут прям очень сложно было, я не мог тут запрыгнуть, поэтому, знаете, ребят, я вам даже не буду делать серию неудач и даже 3 hours later, потому что тут слишком долго, я, наверное, минут 15 это проходил. Так, yes, ура, прошли, так, идем дальше, угу, так, блин, какой-то странный туннель. Меня он сводит с ума.
Не знаю почему, но, в общем, просто меня он сводит с ума. Так, проходим. Так, прыгаем, прыгаем чуть-чуть. Так, сейчас идет вот такая вот тоже серия неудач. Так, давай. Yes, отлично, ура. Теперь нужно в портал. Прыгаем в него. И теперь получается последняя битва с боссом. Получается, да. Так, интересно, как он будет выглядеть? О, господи, мне страшно. Да. Так, давайте еще раз. Отлично, убили его. А что не телепортировался? А, вот. Так, теперь надо пройти просто через лес. Ну, в принципе, это легко. Так. Так, идем. Че? Блин! Давай! Ура! Есть! Теперь мы просто плывем. Не, ну реально, ребята, насчет контента я не шучу. Можете реально мне там написать в комментариях или там вообще под любыми видео я прочитаю. Просто мне надо знать, что я буду снимать. О, кстати, второе место, можно и медальку дать. Да-да, вот такую. Так, о, кстати, можно морфа взять. Вот этого, я не знаю, как его зовут. Можно вот этого морфа взять, круто. Так, собираем. Не, ну вообще эпично выгляжу. Вернуться в обе и всех там кикать. Ну ладно, ребят, это конец ролика, так что давайте, ребята, всем удачи и всем пока.